Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Мининформ заблокировал сайт «Сильных новостей», сообщение об этом появляется при переходе по ссылке. Нам пока причина не ясна, ну а вы можете читать «Сильные новости» через VPN или во всех основных соцсетях. Стало известно, сколько жителей Гомельской области зарабатывают больше 10 тысяч рублей – 169. Среди регионов это почетное второе место, ну а в лидерах, конечно же, Минск – 7 тысяч из более чем 8. Ну а меньше всего богачей в Могилевской области – всего лишь 7. Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков. Он пропал накануне, когда выходил на пробежку. В качестве одной из версий рассматривают убийство, замаскированное под суицид. Начато производство по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство».